И всем привет! С вами Блюкет. И сегодня я буду делать тирлист персонажей из Toilet Tower Defense. Да, тут все практически. Есть и мой синистер. Вот он. И Годли Презент. Ну, и даже шеф тут такого черта есть. Ну и сегодня я буду делать тирлист всех этих персонажей. Тут есть разные. Самый худший это полное. Ну, поняли. В общем, ну что-то есть. Ну, вот. Это значит, ну вот есть что-то хотя бы. Следующий слабые. Ну, это у них есть что-то, ну, такие, ну, слабые. Следующий сойдет. Это уже что-то посильнее слабых, ну да, сойдет. Следующий хороший. Это что-то реально такое адекватное. Следующий силач. Прям что удивительное такое уже. Что прям удивительный. Ну, ой, то есть супер сейчас. Супер. Это такой реально крутой тоже. Удивительный. Это что, какой-то там прям дорогой, крутой рил. Ну, имба это прям, ну, имба там есть. Ну, и бог это что-то прям легенды игры. То есть прям. Ладно, начну. Первый спикермен. Ну, спикермен. Так-то он стоит мификом. Я иногда пытаюсь так. Ну, что-то есть. Давайте поставим. Камера вумен, это ну, вот сюда. Камерамен. Ну, что-то есть. Кар-спикермен. Слабый. Тивименем что-то есть. Вот. Этот Скайри-спикермен. Ой, что это? Он, ну так, сойдет такой дорогой, реально норм. Ну, это так-то тоже сойдет. Ну так, такой. Дарк Спикермен. Его мы пуляем сюда же, что он так-то силой, как Ларш Спикермен. Ну так. Монстр Спикермен. Это реально хорошее, считаю. Ну, турки это сойдет, что у него там. Ну так, а то, что ну, даже все равно. Сурвилес камеравумен. Это такая выживающий. Ну как там? Ну, хороший. Вот. Ларш камераменом. Ларш. Ну. Ларш камерамен-то. Ну, эпик такой не слабый, но на максимальном уровне. Ну и так, сойдет. Ларш тебе мэн. Это дорогой реально эпик. Ну, он очень слабый. Поэтому что-то, ну, что-то есть. Медик. Без медика невозможно игра. Поэтому я его поставлю первым в такой хороший. Я бы его даже в силач поставлю. Наверное, или нет. Дайте подумать. Ладно, ну хороший рил. Камера хеликоптер на этом реально сойдет на максимальном уровне. Там камерамен Титан, он с таким, если кроме него еще взять что-то, то так можно и медиум пройти. Хотя и Найтмар-то прохожу. Следующий камера атак хеликоптер. Ну, сойдет. Ну, хороший, ладно. Жетерил. Рокет камерамен. Ну, у него довольно такая не слабенькая прокачка. Но если нет ферм, то вот легко. Так, на первом уровне слабый, но дальше. Это вот в хэллоуинском ивенте был тоже такой загадочный персонаж, реально. Поэтому, сойдет.
Умкин ферма. Она дорогая, поэтому я прям супер даже поставлю. Турки, камерамен идет за фермой туда же. Спикер, хеликоптер. Ну, блин. Ну, слабый, слабый. Рейндер. Ну, он такой-то. Хороший. Этот сойдет. Да. Следующий, дальше. Ниндзя, камерамен. Но для начала каточки он прям вот замечательный. Поэтому рил хороший. Dancing Speaker Woman. На первых уровнях, ну, она слабенькая, что реально сильная, на максе 5000 отбивает пули вражеские. Это вот очень хорошо. Но все равно даже медиум только с ней не пройти, там даже ну, что с ней очень трудно проходить. Ну, короче, ну так сойдет. Секрет-агент, но у него такая способность, поэтому я даже в хороший поставлю. Лазер, камерамен, кар. У него все хорошо из-за... Ну, он и дорогой, ну, так нормально. И сильный. Ну, и прокачка у него, ну, дорогая, вот. Поэтому реально хороший. Хотя я его даже сюда, может, поставлю. Ну, хотя, ладно. Хороший, хороший. Мех камерамен. Его отправляю сюда вот. Эй, что я делаю? Следующий джетпак спикермен. На его я отправлю в силач. Это реально вот хорош. Титан спикермен. Ну, блин. Есть типа лучше юниты. Ну, согласитесь, то, что есть все-таки получше его юниты. Ну так, на максимум более-менее хороший. Титан Тиви Мэн. Ну, сойдет, сойдет, что он слабый. Синистер Камерамен. Вот тут, конечно, он рил. Такой удивительный он. Я его даже сюда. Ладж Турки. Вот эти два персонажа, которые ну, тут вот. Блин. Нет. Это я сейчас его сюда. Вот турки этот. Блин. И шилд. С ними это юниты, которыми реально хорошо проходить ивент. Вот сейчас был. Ладно, пусть сейчас эльф камеравумен. Вот эльф. Ладно, кстати, диджея турку вот напоследок так-то уберу. Эльфа-то дам. Что-то, ну, есть. Ну, хороший, хороший. Более-менее такой, ну, хороший, хороший. Ну, или... Слабый, но хорошая, хорошая девочка. Это мифик он, ну, блин. Ну, хороший. У ТС это моя жизнь. Ну, наполовину. Это наполовину моя жизнь, поэтому я его в супер отправлю. Вот такая он и дорогой. Он и дорогой, и сильный. Ну, очень хороший, поэтому даже его удивительный отправлю. Тесишку. Синема это нич... Ну, я не буду называть ничтожный, что что-то, ну, в нем есть. В этом мифике. Вот апгрейд дорогой, поэтому я, ладно, его поставлю так. В слабые. Ну, хотя апгрейд за 15 тысяч, ну ладно. Сойдет, сойдет. Как там? Хоть нет, уж сюда. Что у него дорогой апгрейд, на началке он просто ничтожный. Вот коррупт это просто, ну как сказать, не то что удивительно, это прям ну, самый дорогой юнит в игре, поэтому его все в бок тут без всякого этого. Шеф, ну шефа как называть, ну тут он ну, имба имба, хотя шеф он даже в удивительный даже пойдет, шеф, ладно удивительный, удивительный.
Санта. Мифик так-то более-менее нормальный, самый лучший фирм, поэтому, ну, силач пусть будет. Юнитов осталось этих немного. Синистер, Титан, Тиви, Майан сейчас у меня. Надо тут-то подумать. Отправляю сейчас его наверх. Вот он, Рил, удивительный. Годли ТВ. Это первый самый Годли. С него и началась пол новой эпохи этой игры. С него. Поэтому я его отправлю удивительный. Удивительный мир. Титан, Президент Мэн. Тут без раздумья все лач. Камера репэр дрова. Ну что сказать. С одной стороны, репайер, ну это ну не фигня. Ну, он лучше медика, что лечит там, ну все, у него по процентам. Ну, сейчас появился. Вчера вышла обнова. Появился спикер репайер дрон. Вот то, что это он подорожал, ну так был-то у него с этим было все хорошо. Ну только он не мог двигаться, это минус. Поэтому я его отправлю куда-то, ну так, хороший. Шилд, тут без раздумия, все лач. И к нему же отправлять сейчас таки это и его братик. Джетпак, камерамен. Ну, это джетпак. На начальном уровне он фигня. На начальном уровне. Что? Ну, а так, более-менее реально хороший. Урон с уроном все хорошо, поэтому, ну, в хороший пусть отправляется. Тиви Вумен. Ну, вот Тиви Вумен. Ну, это АОЕ юнит, хоть много АОЕ очень юнитов, но все равно это вот реально топ, поэтому хороший. Титан, камерамен, отправляется тоже к ней, что Фрост, держей, это не слабо, это силач. Сайнсист, это хороший, прям хороший. Этот он... Ой, я чё инженера? Не инженер, он не будет с этими играть. Сайнсист, ларж сайнтист. Он очень слабый, максимальный урон где-то 200, там, а, да, 200. Ну, лечит базу, тоже, ну, по 20 он лечит базу. Это реально, им, это то, что делал его имбой такой. Инженер, тут без раздумий, его тоже он бог. Еджи. Ну ладно. Мы его просто... Спикер, спайдер, ну я его отправлю сюда, что он и недорогой, но... Этот, ну, сойдет для меня. Для меня так-то сойдет. Ну, сойдет. Вот спайдер ТВ, он рил. Это третий из богов нашего мира. Третий из богов нашего мира. И Сайнсист ТВ-мен. Он будет единственный посетитель вот этого вот. Хотя, на днюга. Имбай-то кто? Имбай-то Шеф. Да ладно. Имбай-то Шеф, тот некоторым. Шеф это относительно такая рил жесткая имба. Вот этот он в супер, допустим. Ладно. Ладно, давайте проводить подсчеты. В этом, ну, полное тут. Спикер, спайдер и камеравумен обычно. Что-то есть. Тут самый начальный спикермен. Его вот, ладно, даже в слабый отправлю. Лишь потому, что хоть ты и самый начальный, но он, ну, иногда может попасться их два, и это уже ценой как
Это ценой как мифик он. Он ценой как мифик. Может и три попасться. Это уже он стоит. Даже без сигна он как миф. Но он слабый. Он будет сильнее камеровуман. Ну что-то есть это, ну что-то есть. Вот, ну, камерамен, там, ТВ-мен, ладж ТВ-мен. Это, ну, фигня. Слабо это. Синема-мен, Титан. Вот, конечно, думаю, ему грустно, наверное, находиться в этом месте. Вот, сори тебе. Еще здесь кар-спикер, спикер-хеликоптер, ну и спикер-мен. Следующий. Сойдет. Здесь Скайри спикер, Ладж спикер, Дарк спикер, Турки спикер, Ладж камерамен, камера хеликоптер, Рокет камерамен, Браун сует камерамен, Денсинг спикер вумен. Что с ней, если есть какие-то добавки такие, ну, например, с ней гличем, вот этим. И, например, вот можно еще монстр спикером каким-нибудь. Вот там можно пройти медиум. Вот так. Там. Ну, еще Титан ТВ-мен, но он не особо. Апгрейд дорогой. Причем еще. Конечно, жалко, думаю, синему. Жалко, грустно синему, что даже его первый прототип, его выше. Ну, блин. И камера спайдер хорош, такой хороший. Это монстр спикер. Сурвиленс камеравум. Сурвиленс камеравумен. Медик. Камера. Атак хеликоптер. Рейндер. Ниндзя. Секрет. Секрет. Хотя держи он даже тут. Я вот уже в супер добавлю. Держим, даже на Эйтмарт пройти можно. Поэтому его даже... Ладно, в ломбу добавлю. И ладно. Пусть будет... Вот. Вот тут. Ну, ниндзям для начала так всегда хорош. Секрет-агент. Минус то, что очень дорогой, ой, дорогая прокачка. Очень. Ну и большой кулдаун. Ну плюс хороший урон. И недорогой. Думаю, каждый бы из вас хотел бы иметь в своем инвентаре дофаг бума. Ну, лучше бы его сделали Аяксой, вам, эксклюзивкой. Лазер камерамен Карну, мех камерамен, титан спикермен. С этими пацанами тремя, если взять, то медиум и пройдется. Хороший это. Ну, эльф, глич, камера репайр дрон. Репайр. Прям два медика. Вот раз, два. Тут прям. Ну, джетпак, ТВ-вумен, титан камерамен. Ой. Титан камерамен, сайентист камерамен и ладж сайентист камерамен. Силач, ну тут уже прям джетпак спикермен, санта тивимен, титан президентмен. Уж сюда, ладно. Где джетпак спикермен, санта тивимен, шилд камерамен, ладж турки спикермен. Это комплект для прохождения ивента. Для того, чтобы пройти ивент, тут нужен Санта, Шилд и Турки. И ивент у вас в кармане. А можно и Сантиста прихватить. Что можно какую-нибудь добавочку такую. Ну или Джейл. Тоже как добавочка пойдет. Ну ладно. Супер. Это Пумпкин Фармер. Ну, конечно, тут даже ученый больше дает. Только эта ферма самая дорогая, реально спецдорогая. Турки. Ну, может даже не спрашивать. То, что Эпик сильные леки, то, что Эпик, он реально, если много наставить, то рил будет очень все сильно. Апгрейдит Титан Спикермен. Это пол моей жизни, это вот досая.
Но это УТС, говорит Танспикермен. Это пол моей жизни в этой игре, я уже скажу. Половина. Scientist, тебе моя. Scientist. Он реально хорош. Так-то. Что у него на максимальном уровне такие там ворота эти, которые снесут даже 3.0 босса. И Титан Презентмен. Котлем стал дорожать. Вот так. Максимальный апгрейд 40 тысяч, что вот, необычно. Его особо, что Годли был как мифик, теперь он уже идет как Годли. Что он уже идет как Годли. Начал идти. Что цена прокачки? Это у него самая дорогая цена прокачки вообще. Удивительный. Тут Синистер Камерамен. Апгрейд Титан Камерамен. Синистер Титан Тивимен. Мифрос Диджей Спикермен. Имба. Тут Шеф Тивимен. И апгрейд Титан Синемамен. И бог. Это прям... От чего произошла игра? Это инженер из Spider-TV, который... Просто, который... Это... Самая сильная опора этой игры, самый дорогой юнит Corrupted, который такой, это самый сильный, что на этих трех юнитах держится игра. Ладно, все. Сейф, засейвли. Сейчас. Сейф, да, сейф, 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 сейф. Вот. Получилось у меня сейчас все так. Сейф. А, он в профиле у меня. Все, ой. Ладно, сейчас делаю фоточку. Я раз. Ладно. Надеюсь, вам понравилось видео, а кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока и ждите новых видео по Toilet Tower Defense.